А в Днепре пьяным за руль сел замначальника патрульной полиции и попал в аварию вместе со своей спутницей. Все подробности знает Елена Миндалюк. Авария произошла за городом, недалеко от одной из баз отдыха. Водитель не справился с управлением. «Шкода Октавия» съехала с дороги и врезалась в дерево на обочине. Водителя и его пассажира, молодую девушку, увезли в больницу. Об их состоянии здоровья подробностям рассказал один активист. У девушки сотрясение мозга и перелом ключицы одной. А у водителя перелом двух ключиц и сломаны три ребра справа. Есть свидетели того, что водитель данного транспортного средства был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водитель сейчас в реанимации. Как выяснилось, это временно исполняющий обязанности замначальника департамента патрульной полиции Днепра Максим Логвиненко. Авто, на котором он попал в ДТП, оказалось служебным. Машина сейчас на штрафплощадке. В полиции произошедшее сегодня не комментируют. Ограничились только сообщением на официальной странице в Фейсбуке. То, что в автомобиле находился Максим Логвиненко, не отрицает. Мол, сейчас идет служебная проверка. О ее результатах общественность проинформирует. А вот имени пострадавшей пассажирки не сообщает. Кто она, рассказал правозащитник. То, что я знаю точно, она патрульная полиция Киева. Почти точно я знаю, что она переведена в патрульную полицию города Днепра. И на данный момент она официально проходит курсы повышения квалификации. Максим Логвиненко работает в патрульной полиции Днепра чуть больше года. Ранее был на службе в полиции Киева. Активисты утверждают, и он, и его спутница были нетрезвые. Незадолго до аварии их видели на базе отдыха. Парочка веселилась, пила алкоголь. Уволят ли их с органов? Мы будем следить за ситуацией. Елена Миндалюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.